Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень — уровень высоты и таланта, стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 14 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Однако до финала реалити-проекта дойдут лишь 10 претендентов, по мнению членов жюри, а победителя определят телезрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Итак, дамы и господа, дорогие друзья, у нас самый-самый такой момент, когда сдают наши нервы. Момент истины, правильно сказали? Итак, у меня есть совершенно пустая шапочка и вот эти бумажечки в руках. Подождите. Итак, в этих бумажечках написано имя того, кто сегодня покинет наш проект и не будет уже участником проекта «Звездочки экрана». Поэтому подержали все свои бумажечки, пожелали именно себе удачи, придачу. А эти бумажечки с именами бросаем сюда. Ну как я откуда ударю? Моя сильно свернутая. Все, стой! Оп! Все сдали? Все, теперь все вот еще. Давай. Карандаш не надо. А вот. Давай. Так, кручу, верчу, запутать хочу! Самоволнуюсь. Близко не подходите. Это что, как что за буква? Знаете? Бене? Нет, это имя Настя. Настя, которая не звук. Ну я написала свою бумажку. Вот. А нет, у нас еще тоже есть на простом. Кто у нас писал? Вот еще на простом. Соня писала, еще писали. Пожалуйста. Хотите, я проголосую? Будем проголосовать дальше еще? Да, давай. То есть мы сейчас еще кого-то выгоним, да? Легко. Если вы так думаете... Не, подождите. Раз вы сказали, что я нечестно первое голосование сделала, давайте второй раз тогда. Я тогда сейчас всех выгоню. Это моя бумажка. Вот видишь, на простом. Это не моя бумажка? Нет, это не я писала. О, Стефан. Это моя. Дайте. Ну да, а я теперь доказала, что я честно голосовала? Это моя. Итак, как еще кого мы выгонять-то будем? Итак, так как мы все с вами остались в проекте, мы же звездочки экрана, и мы все ближе и ближе к финалу, и еще раз делаем. И звездочки! Скучать мы! А если? И вайо! Генеральный партнер проекта «Баштел» – услуги интернета и телевидения. Партнеры проекта – детский клуб «Orange Aqua Kids», студия танца «Right Dance», ресторан «Гёдзе Примасоле», магазин «Малыш Окей», модельное агентство «Премьера», магазин обуви «Башмачок», школа иностранных языков «World for You».